Итак, всем привет, это 17-я серия нашего прохождения игры Нюх. Мы находимся во втором... Ой, что это такое? Во второй области, да. Хотел я, в принципе, в этой серии пройти сумеречные задания, но что-то они тут меняются как-то. Я видел там какую-то деревню 15 уровня, но сейчас вот задание изменилось на 145 уровень аж. Не, ну тут еще какой-то есть на 49 уровень, что в принципе можно было бы попробовать, но нет. Потому что глазной камень у Мибудзу, я думаю, неспроста нам дается. Тут, скорее всего, придется как раз таки драться с этим у Мибудзу. Но мы с ним еще по сюжету не встречались. Поэтому надо, наверное, сюжетное задание сначала пройти вот это вот. Так, из-за слухов о призраке Ицукусимы у всего экипажа поджилки трясутся. Мы, Кабаякава, издревле с морями на ты, но со всякими сверхъестественными штуками обращаться не обучены. Если тебе удастся прогнать этого ужасного духа, я с радостью организую встречу с родом Мураками. Они наверняка сумеют отремонтировать твой корабль. Возможно, в благодарность я даже окажу помощь господину Иесу. Хорошо. Так, тут у нас 9 этих кадам. Кстати, тут я между записями заморочился в первом, собственно, в первой области, в первом регионе, да, собрал всех кадам. Вот тут 8 из 8, здесь 8 из 8, и здесь, собственно, 9 из 9. То есть, короче, всех собрал. Теперь у меня тут по умолчанию 8 эликсиров дается. Даже если у меня нет никаких эликсиров. Но у меня теперь, благодаря тому, что я, в принципе, неплохо так прошел все это дело, у меня теперь штук 20 их на складе, эликсиров-то. Так что, в принципе, можем идти по сюжету и не париться по поводу лечилок. Погнали! Погнали, погнали! Так. Ицукусима. Святилище в провинции Аки, построенное в 12 столетии над озером Святой Воды. Ныне оно заражено энергией Юка и находится на грани разрушения. Предыдущий глава рода Кабаякава Такакага потратил немало сил на восстановление и защиту святилищ Запада Японии. У его сыну Хидеаки эта задача оказалась не по зубам. И ныне Ицукусиму заполонили йокай и пираты. Кошмар какой. Надо с этим что-то делать. А, нет, слушай, это еще не... Или это оно? Или это не оно? Здесь мы будем с той каплей драться или не в этой серии, не знаю. Тут вот есть вот приколюха. Заберем. Ой, блин, я что-нибудь забыл сделать-то, ё-моё. Я забыл внешний вид поменять, кстати говоря. А то ходим как... клоуны с помпончиками. А ведь тут ведь можно менять. Да, это то самое место. Можно менять внешний вид брони и оружия. Что там? Ну давай, попробуй. Давай, 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 давай. Ладно, я понял. Ты крутой. Сейчас я к тебе приду. Сейчас приду. Так, а здесь... Ну так все просто, да?
сейчас мы ему башку-то как влепим. Его надо так аккуратненько поднять прицел, что довольно сложно сделать. Блин, чуть-чуть. Да где ты там? Что-то он хочет. Ну ладно, не потратили, зато, собственно, стрелу. Хотя у меня их полно, но все равно. Жалко. Стрела. Так, это мы тоже заберем. Так, где ты тут стоял, болезный? Вот он. И стрелы. Тут, я думаю, падать... Да, плохая идея. Так, что-то это баба стоит в красивых штанах. Я бы даже сказал, в охуительных штанах. Правда, без лабутенов. いらっしゃいましたね。秀明様の使いから話は伺っております。うん。かの綾香氏はこの一帯を根城にしている様子。понятно。安神様、こちらをお持ちください。Что ты предлагаешь? Кремень. Ну хорошо. Амулет огня. Вот спасибо. У меня их, правда, штук 12, но все равно спасибо. Так, стоит ли молиться? Наверное, стоит. Так, нужно Амрита 41 тысяча. Кстати, я несколько уровней поднял, да, пока собирал Кадам-то. Так, подготовить дзюцу. Дзюцу. Можно я вот, да, истощение 1. Стоимость дзюцу. Пусть будет на 4-й как раз таки кнопочки. Так, назначить кнопочку. А, ну вот вместо игл акупунктурных я тут с этой суккубшей дрался, я опять иглы поставил. Угу. Ну, пусть так будет. Может быть, даже и поможет, а может быть и нет. Так, пойдемте еще раз с ним поговорим. Минус. Ах ты, сука! Я ж вроде отпрыгивал, ну. Я же вроде отпрыгнул. Ну как так вообще? Расстройство сплошное. Полечиться, не полечиться. Ну да, пол хп нет, ё-моё. Давай полечимся. Еще раз сходим к ним туда. По реальности двух ударов мне пол хп выносит, а? Что-то мне больше не хочется сюда идти, на самом-то деле. Серьезно. Пол хп с двух ударов. Не, ну я, конечно, не блокировал, но, понятное дело.
что это несколько жестковато, мне кажется. Пойдем сюда сходим. Так, могилы. Да, святилище тут явно в херовом таком состоянии. А, не, нормально. Нормально, крит. Да, здесь очень много народу подохло. Вижу Кадаму. Давай. Давай, вылезай. Вылезай давай. Да вылезай давай. Сказано вылезай, значит вылезай. Так, тут я не прохожу. Нет, не прохожу. Ага. Так, это вот надо разжигать, да, что ли? Давай. Отлично. Что-то там вот плавает, смотрите. Это трупы плавают. Отсюда как-то не очень видно. О, тут что-то есть, смотрите. Смотрите-ка. Это какая-то гадость, ее можно ударить. Что-то за штука такая. Давайте ударим ее. Ага. Фига себе. Так, это та хрень, которую нам корабль сломал, только поменьше. Немножко. Ох, нифига себе. Ох, нифига себе, блин. Отпрыгнул, называется. Да. Да-да-да. Плавать он не умеет, конечно же. Моряк. Говорит, что, плавать? Нет, вы что? Я моряк со стажем, я не умею плавать. Так, ну сейчас мы с ней разберемся. Вот так надо этого говнюка завалить, чтобы он нам малину не испортил. Он расстроился. Он расстроился и обиделся. Так, как с тобой драться-то, блин? Как чтоб не упасть? Может, давай сюда ты выйдешь, да? Нет? Здесь вроде нормально так. А вот тут тоже дырка. К сожалению. Я так думаю, ему огонь очень хорошо. Да я так просто сдохну тут. Да конечно. Кто бы тебе еще дал, блин, это сделать, да? Да, огонь на них хорошо работает, но, блин, на каждого такого, я так понимаю, что это они постоянно треспаются, да? Не хотелось бы. Так, чувствую замануху я. Ага.
с этой стороны. Вот нет никого. Что там? А, привет. Да, пусть. Пуля для мушкета очень полезная вещь. Что это у нас тут там? Это очень хорошо, что мне дали амулет огня. Это очень полезно. Мне, кстати, по новой это зажигать, кстати, надо этот, нет? А, нет. Не надо, это хорошо. Тоже хорошо. Так, можем пойти туда. Да уж, действительно. Этот храм видал явно намного лучшие времена. Блин, я хочу за той приколюхой сходить, то вон какая-то гадость стоит, смотрите. Смотрите на нее. Вот посмотрите на него. Вот теперь она там не стоит, эта гадость. Другое дело. Сука, я тебя не заметил. Херася, с двух ударов. А, ну у меня там был неполный ХП. Ё-моё. Но здесь с ними, конечно, очень сложно драться в плане того, что... Ты попробуй, блин, от них отскочи. Здесь очень мало пространства для маневров. Здесь тупо надо в блоке стоять. А, я про тебя забыл, да. Прошу прощения, сейчас приду. Сейчас, только не упади. Так, стоит ли с ним драться? Мне что-то не хочется. Серьезно. Но надо привыкать. В принципе, то. А, ну он ушел. Говорит, не хочешь со мной драться? Ну и как хочешь, ё-моё. Давай. Еще. Вот молодец. До свидания, ё-моё. Тут с него могло что-то выпасть, но могло и не выпасть. Эта штука открывается. Ух ты, ёперный карась. Вот тебя-то мне и не хватало тут для полного-то счастья. Жирнее. Так, броня, группа засады какой-то.
найти веер. Что дает этот веер? От яда-то мне уже не нужен. Так, 13-й. Ящик для лекарств. У меня есть 16-й. Угу. Еще у меня есть вот такая штука на 31. Окей. Пушабуль так. Я так и не попробовал этот талисман истощения ни на ком. Пока что. Жалко. Гиперный карась. Так. Что мы сделаем? Мы сделаем наше следующее. Мы сейчас пойдем и заберем ту прикольную штучку. Он ведь не будет нас особо бить-то. Ну да, он уже ничего не хочет. Бомбочки. О, кстати, бомбочками можно забрасывать этих. Эти капли нефти. Стоит. Гоп-компания, блин. Иди сюда, ёма. Сюда пока рановато, мне сюда похоже надо именно что идти, надо еще вот сюда сходить. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ну как тут все-таки опасно, а? Давай иди гуляй нахуй, сука. Так, а у меня там, кстати, что-то было. Пока будто на 51, кстати. 24-27. Да, в принципе, чего нет. Неплохо, неплохо. Ой, кадама. Давай, вылезай. Вылезай, давай. Давай, вылезай, скажу. Так, ну все тогда получается. Чё? Там вроде как прохода нет. Давить. Ведь давить. Можно с этими подраться. Уровень 49. Уровень 46. Уровень 44. Но ничего из этого мне не надо. Если бы у них у кого-нибудь была двойная катана. Хорошая. Я бы мог с ними еще подраться. Миура Усакио. Нет, не буду. Тоже. Этих пацанов туда сюда специально положили, чтобы если человек играет офлайн, хоть какие-то могилы появлялись. За то, что если всех неписей убьешь, никаких ни ачилок, ничего не дают. Вроде бы. Так, ну значит не сюда дорога. Этот говнюк мне не нравится. Время для мушкета, по-моему.
башку-то так стрельнем. Что-то он не очень-то помер. Плохо. Да, конечно, зря я использовал, но... Ну да ладно. Главное выжить. Остальное все пофиг. Что там, что там? Не понял. А кто меня хотел убить? А, вот ты. Я так думаю, если я пойду вот за этой штукой, он меня как раз таки собьет, да? Да. Сука! Знал же. Знал же. Ну ладно. Это не важно. Может быть, приманить его, ну, своего духа-хранителя-то. А, не-не-не-не. Слишком жирно будет. Окей. Не-не-не, с тобой я тоже драться не буду, ты мне не нравишься. Ты какой-то... поймешь. Ой, смотрите, там вроде как... Да, слушайте. Там вроде как святилище Кадама. Люблю их сшибать. Да, там светильщик Кадама, но до туда я, по-моему, не дойду. Здесь вроде как пройти, да, невозможно. Это надо откуда-то оттуда обходить. Ладно. Деньги. Так, моё. Сука, сейчас я до тебя дойду. Сейчас я до тебя дойду. Ей! Пёрный карась. Мне это не нравится. Так, у меня 19 штук. Я даже не постесняюсь. Ай! Забыл поменять-то, блин. Так. А меж тем. Это говно не убивается. Зато он в меня хорошо целит. Сука, какая. А, ну понятно, тут
Конечно, его придется долго жарить. Собаки. Что ж вас тут много-то? Мне там не нравится, явно. Давай с тобой без талисмана поговорим. Да? Ты ушел? Ну и хорошо. Упал. Ай-яй-яй. Что там было? Так, о, на 114 есть, смотрите-ка. Так и нравится, нравится. На 46 нет. Просто на 70. Ага. Так, на 56 есть тяжелые. Ну, в принципе, они не такие уж и тяжелые, поэтому давайте. Пусть будет. Так, это наверх. Надо ли мне наверх? Пока не знаю. Пока что я бы не пошел. Да. Глубоковато. Это печально. Этих мелких говнюков. А, смотрите-ка, им хорошо. А у меня этих бомбочек навалом, так что мне не жалко. Я их штук 60, наверное, собирал в свое-то время. Бомбочки на них работают. Все понятно. Как с ними драться? Может тогда туда сходить? А, там этот скелет. Может как раз таки мы его сможем здесь зацепить. Ну ладно, сейчас узнаем. Так, значит, тут я был, тут я все собрал. Больше сюда можно не ходить. Пойдем сюда. Это что такое? Я куда пришел? Я зачем пришел? Ты что, босс? Ё-моё! Предупреждать надо, что это... Что так просто до босса можно добраться. Так, я так понимаю... Давайте жрём. Не, надо умирать, наверное. Блин, да что ты делаешь? А, ну я забыл просто. Я все время забываю, что надо переключать все-таки.
Я лечусь, думаю, что он не лечится. Ага. А что он не лечится? Так, давайте призовем духа. Духа надо призвать. Так, свеча призывателя. Туда я не пойду. Туда мне рано. Ладно, пусть будет так. Вот так вот действует свеча призывателя. Давайте этим еще отомстим. Давай. Иди сюда. Сюда иди. Да, ё-моё, всё-таки цепанул. Прям в жопу воткнул, а сука. Падла такая. Почему так просто до босса можно добраться? Я вот это вот не понимаю немножко. Как-то слишком быстро и просто до босса добираться. Ладно. Здесь можно еще, может тут, может быть тут, нет, вроде ничего нет. Думаю, вдруг Кадама. А, слушайте, тут вон что. Смотрите, какая интересная ситуация. То есть у меня на складе куча этих бомбочек. Просто охеренная куча этих бомбочек. Но при этом они не восполняются на уровне. То есть я так понимаю, их можно восполнить только между уровнями. Потому что я точно знаю, что у меня этих бомб штук 60 на складе лежит. Но их по-прежнему 8. Несмотря на то, что я помер. То есть они не восполняются из склада. Это печально. Мужик что-то меня заметил. Тогда бомбы особо не тратим. Иди сюда. Сюда я. Туда можно пойти.
теперь я готов. Упасть он хотел. Так, вот оно. Угу. Так, нет, к боссу я не пойду. Я что-то как-то еще здесь не все осмотрел. Сука! Вот это печально было. Сейчас только что. Да. Ну, еще одну свечу я тратить не хочу. Ту свечу я потратил, чтобы к боссу не идти, а здесь уже получится добежать до своих душ. Значит, добегу. Не получится. Значит, и фиг с ними. Не-не-не, ты чё? Решил оно выстрелить. Пули для мушкета. Вещь дефицитная. Сколько там было тысяч душ-то почти на уровень? 30 или 40 даже. Теперь нет ничего. Угу. Ё-моё. Почему он плавать не умеет? Ну, это же идиотизм. Почему он не умеет плавать? Моряк называется. Мне просто обидно, 40 тысяч душ вот так вот просрать. Ведь реально можно было уровень поднять. Вот такая вот еще и у меня есть, да. Бомбочка, их у меня тоже навалом. Вот почему он тут взял и упал? Да тут все падают. Так, мне бы вот с этим вот как-то разобраться бы. Ладно, потом когда-нибудь, может быть никогда. Так, давайте ему каску влепим. Ему, конечно, похер, но мы его просто сагрили. Иди погуляй, говно. Да, 2000 это не 40. Ну да ладно. Этот ресурс восполняемый. Можно, кстати, его попробовать А, нет, отсюда пострелять невозможно. Так, что тут у нас? Кто меня в прошлый раз столкнул-то? Там он что-то сидит, да? Гадость какая-то. Здесь у нас что? Ага.
Иди сюда, иди. Иди. Бля, больно было. Слышишь ты? Так, тяжелая, эликсир, спасибо. Теперь хотя бы здесь никого нету. Да я видел. Ты тут говно собачье. На ты, сука. Мушкет получше моего, но он белый походу. Так, в яблочко 14 пролома, урон мушкета. Так. Ну, вообще, крутая вещь. Пусть будет. А ты чё тут сидишь, дружочек? Так, что же он тут охранял, если он тут вообще что-то охранял? Непонятно. Запутанная довольно-таки лока. Хоть, в принципе, здесь есть за что зацепиться глазу. Нет, 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 уходи. Уходи, уходи. Я просто хочу знать, что там. У меня, кстати, еще есть бомбочки. Надо их тоже будет взять. У меня их штук 5 должно быть, по идее, то. Так, а что ты тут охранял? Только не говори... А, нет, ящичек, ладно. Это, я думаю, не говори, что это пустое помещение. А, ну тут проход. Он что охранял? Пожрать. Так, чё, кто? А, ты? Спать. Блин, столько ходов. Ага. Ты посмотри на это говно. Гатана.
Так, я могу пойти туда. Там он друг бродит. Интересно, как до него добраться. В принципе, больше тут нет ничего. Подъема наверх я не наблюдаю. Есть проход вот сюда, посмотреть, что здесь. Здесь абсолютно нет ничего. А, нет, здесь есть проход. Но все равно нет ничего. Угу. Упали. Ну и пусть. Они... Хорошо, хоть они тоже плавать не умеют, понимаешь? Опа. О, привет. Давай ты такой, знаешь, это самое, типа того, что... Притворись, что меня тут нет. Там еще говно это стреляет. Застоял, походу, да? Застоял. Да ладно, ничего не решил. Блин! Ну это вообще читерство. Ты опять, да? Давай поднимать, сука. Не, я хочу сюда. Давай ты тоже сюда. Они не больно бьют на самом деле. Не, больно, конечно, если вот так вот. Надо научиться с ним разбираться без талисманов и без бомбочек. Бомбочки могут понадобиться. Да, тварь. Я не могу никак понять. В смысле, я пока что не понимаю их анимацию. Что они собираются делать? Так, надо жрать эликсирчик. Так, и что же мы тут имеем? Ничего. Сука, ты меня достал. Вот серьезно. Даже представить себе не можешь, как ты меня достал, но я до тебя смогу дойти, да? Я так понимаю. Да, вон там вон где-то что-то. Я там окажусь рано или поздно, и мы с тобой за все поквитаемся. Сука такая.
А тут рядом нет никого. Рядом нет могилы. Печально. Давай скажем, что мы друзья. Он нам тоже друг. Я, кстати, научился разговаривать и со стенами, и с этими, с мимиками. Я даже ачивку получил, говорящий с Йокай. Но это на запись не попало. Теперь я знаю, как это делается. Что-то мне тут не нравится. Так, я хочу... Сука, где? Кто? 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 Ага, вот это вот говно убьет. Он что-то хочет от меня. Ладненько. А вот теперь мы с тобой поквитаемся. Вот ты сука. Вот ты сука. А ну, плавай. С другой стороны. Ладно. Обидно, досадно, ладно. А это тоже с другой стороны. А вот это нет. Это можно открыть. Блин, атмосферно, я бы сказал. Лук такая нравится. Затопленный водой храм. Сука. Давай. Я, кстати, наверх так и не забрался, да? Я все куда-то иду. Так, у меня есть... Слушайте, там вроде Кадама. Слушайте, реально Кадама. Пойдемте. Такое зелененькое что-то. Что-то было зелененькое. А? Да? Да, привет, дружок. Кстати говоря, да, я же убил скелета. Я ж теперь могу туда сходить и забрать таки эту штуку, которая там валялась. А, маска. Нет! Он взял, упал. Ну, бывает. У него такое. Соскользнул. Плавать не умеет, по бревнам входить не умеет. Какой нахрен из него моряк? А бомбочек-то уже нет. Это печально на самом деле, что бомбочек нет. На самом деле это, по-моему, недоработка игры. Почему я не могу взять со склада бомбы? Если у меня их до хера. Хотя, может быть, и могу, просто не знаю как.
с одной стороны, это логично, да, то есть, если это все на складе хранится, то, понятное дело, наш Уильям куда-то поехал, он не может на складе ничего взять. Там тоже что-то есть, смотрите. Так, а я про это забыл, да. Каюсь. Так, вон мой бок. Бык. Так, я никуда не пойду. В ту сторону, по крайней мере. Ай, ты сука. Плавай. Ты смотри, оно идет. Смотри, оно хочет. Он что-то хочет. Блин, тут, конечно, не очень удобно. Я бы даже сказал, вообще неудобно. Дырень, это по центру. Палки не могу понять. Не могу пока просчитать их вообще анимацию. Ядрить, твою мать. Живое оружие не тратим. Так, где я чё? Это самое. А, вот сюда я хотел точно. Так, там у нас... Там у нас больше ничего нет. Конечно. Приперлась. Ползет. Я бы, может быть, даже бы... Может быть, маску использовать? Кстати, да, огнемет, точно. Сейчас, кстати. Ходи. Так, все эликсирные пожрут. Я придумал, кстати говоря, действительно, давайте маску поставим. Вот вместо свечки. У меня есть где-то. Амулет, соль, противоядие, маска. Вот, 12 штук у меня их. Она действует как огнемет. Я думаю, против них будет очень даже неплохо. Так, тут ничего, да? Давайте это убьем, в принципе-то чё? Чё бы нет? Давай. Ну? Ну давай. Ну ты можешь.
Давай еще раз. А ты молодец. А еще раз. А ты отвалишь. Значит, он молодец. А еще раз. Ну. Нормально. Так. Тут у нас что? Пусть будет так. Потому что он все равно одноразовый, поэтому решил, что можно и потратить. Так, это тоже надо зажечь. Что мне это дает, я так и не понял. Ну, что-то дает. Вон Кадама есть. Я так понимаю, здесь два хода. Два хода. Откроем. Ага, знал, что здесь должна быть какая-то замануха. Довольно мощные. Наверное, надо сверху спрыгивать. Понятненько. А по идее тут никакого другого хода нет, кроме как через стену. То есть в смысле, если бы я типа стену не смог бы убить, я бы мог пробраться. Кадаму вижу. Я бы мог пробраться как-то сверху. Так, ну ладно, пойдем. А, это мы выходим. Ага. Вон мы куда выходим. Понятненько. Там я был, там я вроде был. Так, тут где-то был за вот этой вот конструкцией был Кадама. Смотри на него, а? Вот сейчас мы и попробуем. Ага! Вон оно как. Уродливый парень. Какую-то ачивку получил. Ну ладно. По крайней мере, разбираются они знатно этой штукой. Так, вижу, вижу тебя. Лучше ты ко мне, чем я к тебе. Бежит. Опасно. Да. Очень опасно.
Давай вылезай. Я даже не пожалею еще одну такую штуку. Ну, просто чтобы взять вот эту весочку. Ау! Что ты задрал? Скелеты здесь жесткие. Они сильнее стали. Ужас какой, они тащат его в море. Так, только не падай, а? Так, у меня есть живое оружие, там какая-то штука, которая сейчас воскреснет, но больше не воскреснет. Большой лук, броня средняя броня, это интересно. Что-то как-то странно. Так, на 55 у меня есть. Пусть будет. Так, на 86, на... Ага, на 75 есть. Правда, у меня сложения не хватает. А вот на это у меня всего хватает. Так что я, пожалуй, что надену даже. Так, на 56. Без разницы. Ой. Ща. Чё тут у нас? Чё ты пышишь? Не пыши. Может быть, Кадама где-нибудь. Нету? Нету. Здесь есть хотя бы молельня. А тут что? Опасно, ё-моё. Может что-нибудь спрыгнуть или напрыгнуть или еще что-нибудь такое. Но все-таки гляну. А, это наверх подъем. Ну вообще я думаю, что можно помолиться и на этом серию-то и завершить. Так что тут, я так понимаю, еще много чего интересного есть. Давайте.
помолимся, братья и сестры. К сожалению, не могу поднять уровень, хотя, наверное, смогу. У меня там камней духов должно быть. Камней духов надо мне. Вот вместо, скажем, вот этого вот. А, я из предметов сейчас их точно. Малый камень духов 35. А просто есть камни духов. Вот камень. 22. Так, мне надо 41 тысячу. То есть штук 20 надо фигачить. Это просто все 22 сейчас используем, да и все. 40. Угу. Еще есть у меня. Так, больше нету, но у меня малых камней есть. Так, использовать десяточку, наверное. А, нет, 3 штуки надо. О, 41 тысяча. Как раз то, что нужно. Так, что я буду качать? Что я буду качать? Да, я силу тут немножко прокачивал. Может, магию фиганем? Или нет? Не, давайте навык. Пригодится. Плюс 2, плюс 2. И вообще все хорошо будет. Да, еще что-нибудь по этим надо. 19 очков по навыкам на двойную катану. Что я могу сделать? Так, молниеносный. Ну, не знаю, надо ли мне это вообще. Так, ваш урон ближнего боя увеличивается на 10%, если запас. Да. Так, прилив. Усиливает эффект восполнения ки при смене стойка во время действия. Ну, пусть будет. Это нельзя вкачать. Так, что это? Око разума требует нижней стойки. Обычно после уклонения от удара противника вы на какое-то время теряете подвижность. Это же техника в подобной ситуации дает вам свободу движения и полный обдаун. Так, ну и в принципе больше тут прокачать-то пока что я так подозреваю нехрен. У меня задание не выполнено. Да. Давайте тогда это качаем. Ой, будет. Так, еще у меня магии есть 4 штуки. Давайте магию посмотрим, что мы можем на по магии. Талисман уязвимости 1. Готовлю к использованию. Я же откачал. А, талисман истощения, а тут талисман уязвимости. Так, стоимость дюксу 4. Чистый разум против нервикой плюс 100. Блин, тоже полезная ветка, на самом деле, магия это. Очень полезная. Давайте уязвимость качаем. Ну, в принципе, у меня больше, по-моему, нет ничего, да? Нет, еще что-то могу прокачать. Это что? Талисман от огня. А есть там что-нибудь от воды? А, вот от воды. Да. Давай.
Нет, очень полезно. Реально. Очень полезная ветка. Можно защиту повышать свою. Там от воды, от молнии и прочей интересности. Надо все-таки качать будет магию. Хотя бы до десятки. Так, ну ладно, я ж вроде как уже попрощался, да. Всем спасибо за просмотр, всем пока.